Вот это вот чудесное устройство мы сейчас испытаем до Кишинева. Сейчас мы изменим угол. Так. Вроде ровненько. Уберем все лишнее. Краску и прочее. И пр, и др, и тр. Так сложилось, что в пустыне в одном из походов меня научили охлаждать водку даже там при 45-50 градусной жаре. Нужно просто обернуть бутылку водки туалетной бумагой или салфетками и намочить, и газеткой создать тень. Если при этом еще дует хоть небольшой ветерок, то испаряющаяся с поверхности бумаги, салфетки вода отбирает тепловую энергию у бутылки водки, и бутылка водки охлаждается от 45 до 40 или даже до 30 градусов уже, и уже прохладненько пьется, уже так то, что надо. Вот мы сейчас попробуем определить, возможно ли использовать столик с изменяющейся геометрией для выравнивания бокала вина на капоте красного автомобиля, для того, чтобы охладить грабу, водку, ципору. Ципора — это анисовая водка. И так как у меня с собой есть только анисовая водка Афонского разлива Ватопецкого монастыря, то вот ее-то родную мы и будем охлаждать. И проведем испытание этого устройства в надежде, что оно окажется не просто эффективным в статическом своем использовании, но и эффективным для охлаждения крепкого алкогольного напиточка. Сейчас я установлю камеру. Итак, вот наша чудеснейшее устройство. Вот так вот. Вот бокальчик для ципора. Водочка анисовая. Вот так вот. И теперь при помощи резинок мы попытаемся элегантно все это закрепить. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. И еще одну резиночку. Раз. Два, три. Вот. Я надеюсь, что наша ципора хорошо закреплена на капоте. Магнитики достаточно мощные. И оценим, что мы имеем на входе. На входе мы имеем температуру. Нифига ж себе. Ну так не бывает. 32 градуса. 32 градуса по Цельсию. Ну что, поехали. Вау. Отсоединяем камеру. Телефончик. И под музыку Вагнера до Кишинева. И так было 32 градуса по Цельсию температура нашей ципоры. Ха, какая прелесть! Едет водочка на капоте. Ничего прелестнее я в своей жизни еще не делал. На фоне буджакских степей
Охлаждаем водочку. Ух ты, как хорошо! Здорово! И чуть-чуть погромче Вагнера. Какое хорошее, чудесное устройство. Какая прелесть! Никогда не думал, что такое маленькое инженерное решение может принести такое огромное количество радости, удовольствия, восторга и всего самого-самого офигенно классного. Плюс под музыку Вагнера. Просто выше крыши. А, на поворотах не заносит. Что километров через 5 я остановлюсь, и мы замерим температуру. О, мы выезжаем из Гагаузского автономного, Гагаузской автономии. Ну что ж, километров через 5-7 я остановлюсь, и мы все-таки замерим температуру. А пока выключаемся. В кармане остановимся и оценим температуру нашей цифры. Значок Мерседеса на капоте Мерседеса отдыхает. Молдова очень красивая. А особенно через призму рюмочки Ципора. Ну что, момент истины.
Прекрасно. Наша цифра охладилась до 28 градусов. Наша цифра охладилась до 28 градусов. У нас все получается. Хорошо. Продолжаем испытания на участке дороги с небольшими выбоинами. Так хорошо себя ведет наша конструкция с боками. Просто восхитительно. В нашем бокальчике находилась цифра, значительная часть которой, примерно 1/3 объема, испарилась. Более того, я думаю, что очень хорошо видно на фоне темного автомобиля впереди, что цифра из бесцветно-прозрачной превратилась в мутновато-белесую, как самогончик. По всей видимости, с очень большой вероятностью, те воздушные потоки, которые формировались у горлышка бокала, проходили через бокал, и мы имеем огромное количество пыли. Пить я это не буду, но завтра промикроскопирую и расскажу вам, из чего состоит вот эта самая белая муть. И самое главное во всей этой истории... Это чудесное устройство, которое оказалось бесконечно эффективным. Как вывод можно сделать следующее, сказать следующее. Если вы хотите охладить водку, ципору, граппу или другой крепкий напиточек,
то прикрепите его на капот автомобиля и проедьте по экологически чистой, незагазованной, незадымленной местности примерно 5 километров, что позволит вам понизить температуру вашего напитка с 32 до 28, что получилось и у нас. А в остальном, я бы сказал, будьте здоровы, но не хочу. Ароматика сохранилась, но вы видите прекрасно, что напиток мутноватый.